Он, может быть, внешне кажется таким простым, непредставительным, за что его часто ругает сын. Пап, как ты оделся? Ты что, одел джинсовую рубашку с обычным костюмом или что-нибудь в этом роде? Я всегда себя сдерживаю, чтобы не сказать, но ведь он Эдисон Денисов, какая разница, что он на себя оденет? Я попала в Москву 15 лет, когда приехала учиться в Несинское училище. Затем я пыталась поступить в консерваторию, мне это не удалось. И проработав один год дома в Свердловске, я поступила в Несинский институт. Когда я была на третьем курсе училища, мы проходили курс анализа у Валентины Николаевны Холоповой. И она посоветовала мне взять для курсовой работы сочинение Эдисона Васильевича «Живопись для большого оркестра». И направила меня к нему. Это мой дом, моя квартира. Естественно, здесь все. Вот обычно в столе лежит то, что еще не кончено, то, что начата работа, которая... Вот. Потом, естественно, каждый музыкант, он не может жить без музыки. Здесь аппаратура. И у меня много пластинок, видите, и там еще много в коридоре. Я слушаю не свою музыку, свою музыку я никогда не слушаю. Я слушаю музыку, которую я люблю. Я очень люблю Моцарта. Слушаю часто оперы Моцарта с партитурами, и Вагнера слушаю тоже иногда. Другие. Ну что, книги. Я очень люблю книги. У меня очень много книг. И, в общем, в этом стеллаже стоят все книги, которые я прочитал. Книги, которые я не прочитал, я их держу в других местах. На рояле лежат у меня. Еще там, значит, в стопках то, что надо прочесть еще, чтобы не путать. А там стоят изданные, вот эта полка, это изданные партитуры. Вот. Ну что, вот у меня, я считаю, что одна из самых важных для меня, это, кстати, подарок был нашего издателя, советский композитор, которому мне исполнилось 60 лет. Вот эти, они издали балет «Исповедь». Это для меня одно из самых важных сочинений. Это не танцевальная музыка по существу. Это музыка такая же серьезная, как вот моя опера «Пена дней», как «Реквием». Это издали у нас. Это, вот, кстати, первая такая большая, если не считать скрипичного концерта, который издан был лет 6-7 назад, то это первая большая партитура, которая вышла у меня. А тут много нот, которые изданы другими издательствами. Вот, например, тут же «Реквием». Это одно из самых важных сочинений. Видите, это издательство «Сикорский». Это Гамбург, Германия. Вот. А какие-то другие партитуры, скажем, вот, например, «Флитовый концерт». Это «Петерс», это ГДР. Кстати, это «Петерс», издательство «Петерс». Другая Германия, которая тоже меня издавала очень много. Знаете, что я буду сказать? Я не люблю хвастаться. Это не то, что издают. Значит, все. Это вот издательство «Ледюк» во Франции. Они выпустили очень много моих партитур. И сейчас должна симфония вот выйти тоже в этом издательстве. «Живопись» — это первая моя пьеса для оркестра. Когда я кончил консерваторию, у меня было такое ощущение, что я слишком многого не знаю. Я в течение 10 лет сделал для себя своего рода вторую консерваторию. Эта пьеса посвящается моему другу, художнику Борису Биргеру. Здесь нет ничего изобразительного, сочинение совершенно лишено всякой декоративности, но в нем краска играет огромную выразительную роль. Считал, что только мелодия, гармония, ритм способны нести музыкальную информацию, а краска – это нечто вроде декорации, это не так. И потом у Биргера бывает так, что всегда есть в центре картины какой-то объект, к которому все стягивается. Вот тут тоже у меня начинаются как будто отдельные мазки, чистые тембры идут, а потом все начинает смешиваться, идут такие называемые звуковые микстуры. И в центральном моменте, когда появляется впервые эта тема тромбонов, три тромбона играют в унисон тему, это вот, собственно, тот объект, который лежит в центре композиции.
Бергером мы дружили очень много лет, и очень много людей приходило в его мастерскую. Это был обычно Фазиль Искандер, Володя Войнович, Олег Чухонцев. В общем, многие очень хорошие люди, которые как-то так тянулись друг к другу. Всегда есть какие-то личности, которые обладают свойством вокруг себя людей собирать. С любимым вообще меня связывает очень давняя не только дружба, но и совместная работа. Первый спектакль, который я сделал, был Маяковский. Но потом сделал с ним самые лучшие спектакли, такие как «Мастер и Маргарита», «Том на набережной», «Поступление и наказание», «Три сестры». И с ним же я сделал последний спектакль «Самоубийца» Эрдмана, тоже пьеса, которую мы давно уже начали работать, на которой тоже не разрешали. И вот сейчас я с ним делаю в Хельсинки спектакль «Подросток» по Достоевскому. Потом, значит, вот где-то осенью он будет ставить его и здесь, в Москве. Я вообще не могла себе представить тогда, что я какая-то провинциальная девушка, приехавшая учиться, ничего не знающая, абсолютно ничего, могла вообще как-то произвести какое-то впечатление на такого великого человека, который знаком с мировыми знаменитостями. Я имею в виду в области искусства. Музыкантами, писателями, актерами. И вдруг я постепенно начала ощущать, что я ему нравлюсь просто как человек, что ему приятно ходить со мной в кино или в театр. А потом, когда он мне сделал предложение, даже в этот момент я еще не осознала всей серьезности. Хотя он мне говорил часто: «Катенька, я отношусь к тебе очень серьезно». Тогда я еще не знала, что в его устах это самое важное признание, может быть. Вы сердечным ты, она Бога заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы. И говорю ей: «Как вы милы!» А мыслю: «Как тебя любишь? Я что-то не могу говорить. Просто с этим вопросом связано очень много. Но это естественно, потому что он меня старше намного. И почти все меня упрекали в том, что я хожу замуж по расчёту. Это естественно, я понимала, что такие вещи неизбежны. Просто я столько вынесла от его детей по этому поводу, что я решила говорить об этом. То, что он жил ради них, а тут появился человек, ради которого он тоже хочет жить. Кроме того, он же, в общем, материальная база этой семьи. Сейчас, слава богу, это более-менее утряслось.
наши тяжелые отношения затянулись. И то, что он создал другую семью, это как-то в раз избавило нас обоих от той тяжести, которая между нами давно уже была. Он тонкий человек в музыке, в искусстве, в восприятии искусства. Но вот этой душевной тонкости, я прошу прощения, но я, наверное, имею право это сказать, мне всегда в нем не доставало. Тут были какие-то, и, может быть, следы провинциализма очень сильные, которые остались в нем. Я не порицательно отношусь к этому, но я совсем из другой среды возникла. Но моя семья, москвичи, не в одном поколении, с обеих сторон, и со стороны матери, и со стороны отца. Вот. Деды были врачами, мама и мои родственники были музыкантами. В моем представлении интеллигентности, воспитания, они питаются, конечно, традициями. Ну, скажем, в Сибири это одни традиции, в Москве это другие, ленинградские это какие-то третьи традиции. Ну, вот в этом смысле я московского разлива, а он не московского. Была известная простота нравов, очевидно, в то время в Томске, и по его рассказам он пришел то ли сдавать документы в университет босиком, то ли на экзамен. Короче говоря, вот это в моей памяти осталось. Кроме того, у него была страсть к курению с 14 лет. И рассказывал, что рваной подошвой, которая отделялась от ботинка, он подбирал на улице окурки, потом где-то там покуривал. В 1954 году я поступила на первый курс консерватории, а Эдисон был тогда на четвертом курсе. И был он председателем научного студенческого общества, куда мне было приходить очень интересно. Ну вот там мы познакомились. Он как-то старался меня приобщить к современной музыке, от которой я, выпускница ЦМШ, фортепианного отделения, была очень далека. Конечно же, я очень ему признательна за то профессиональное воздействие, которое он на меня оказывал тогда. Может быть, даже подспудное, не думаю об этом. Он водил меня по всяким выставкам полуподпольным в то время. Я тогда впервые узнала, кто такой Фальк, кто такой Штернберг. Мне не очень хотелось так рано выходить замуж. Мне очень не нравилось имя Эдисон. Оно меня смущало, и мне казалось, что выйти замуж за человека с таким именем совершенно невозможно. Хотя он долго и подробно и многократно объяснял мне, почему так случилось. Ну, я была тогда очень молода, и, естественно, тогда это для меня имело большое значение. Эдисон взялось так. Когда он родился, муж пошел регистрировать. И я говорю, что назови Игорем. Он приходит и говорит, назвал так, как ты хотела. Я говорю, ну покажи мне свидетельство. Он говорит, а что тебе свидетельство? Я тебе сказал, назвал так, как ты сказала. Я говорю, нет, все-таки я настаиваю, покажи мне свидетельство. И смотрю, Эдисон. Конечно, я сразу расстроилась. Плакать стала. Он говорит, не плачь, вырастет, захочет сменить имя и сменит. Это мой любимейший учитель, муж мне сказал, поэтому я назвал так сына. Жили мы в общежитии Сибирского физико-технического института. Муж у меня был научный аспирант, он очень много изобретал. Он занимался и радио. Он первый в Сибири занимался телевидением. Первый в Сибири. В те годы еще телевидения не было. Радио-то не у всех было. А у нас было всегда. Муж у меня умер очень рано. Внезапно остановка сердца. Осталась я 34 лет с тремя ребятишками. Эдику 11 было, Инге, значит, 7. Последней дочери было 1 год всего.
С тех пор я их растила, воспитывала, учила, как могла. Работала всегда на две ставки, продавала в отпуск. Антонина Ивановна, когда Эдик стал заниматься музыкой? Я им предлагала: Эдик, давай я тебе отдам, лет 11 ему было, в музыкальную школу отдам. Он говорит: нет, это девчоночье занятие, и я учиться не буду. Потом года через полтора-два, может быть, так, он мне заявил: мама, я хочу, чтобы у нас был инструмент. И мама, несмотря на все мои трудности жизни, все-таки я ему инструмент купила, рояль купила. Учась в Московской уже консерватории, он приезжал сдавать сессии здесь, в Томском университете. 2 года он приезжал, на 2 недели читал французские книжки, лежал на кушетке и говорил: я все сделал, я все за полгода сдал. Так он учился в университете. И вот Захар Иванович, его профессор, сказал, что второго студента такого по математике он не встречал за всю свою деятельность. И закончил он университет с отличием. И был приглашен, так сказать, в аспирантуру в университет. Причем со мной пришел и посоветовался. Ну, на случай, говорит, я сдам кандидатские экзамены. И на случай сдал кандидатские экзамены. А потом пришел и говорит: нет, все-таки музыка меня привлекает больше. Мне достался самый трудный период в его жизни. Как раз период непризнания, период материальных трудностей. Мы жили в одной комнате, в том доме, где сейчас живет его семья, и где сейчас живет мой сын и мои дети. Но сказать, что я была вот такой наперстницей, которая там, так сказать, во все тайны и тонкости посвящалась, этого я сказать не могу. Может быть, этому препятствовало то, что я все-таки была профессионалом. И иногда позволяла себе высказывать и какие-то критические замечания. Но критиковать Эдисона Васильевича очень трудно. Его увлечение и самостоятельное постижение, скажем, сложнейшей современной техники, оно входило в очень такое сильное противоречие с тем, чему его научили в консерватории. А духовного багажа, настоящего такого, глубокого, для того, чтобы это наполнять так, как он, скажем, это делает теперь, конечно же, тогда у него еще не было. Отсюда возникали всевозможные обвинения в антилиричности, в жесткости, вот в этом каком-то конструктивизме, скажем, и так далее. Я считаю, что я делал правильно, что я всю жизнь писал ту музыку, которую я хотел писать. Была во всех областях культуры, в частности, в музыке, такая подмена истинных ценностей на ложные. И такая апология посредственности. То есть посредственность возводилась, культ посредственности. Когда все, что выходило за рамки официального стандарта, все, что превосходило уровень посредственности, все это запрещалось всеми возможными методами. Они ухитрялись даже запрещать исполнение моих сочинений не только в России, в Советском Союзе, но и в других странах. Например, когда на первом биеннале в Восточном Берлине немцы поставили в программу мою «Солнце инков», то Министерство культуры через посольство сумело так надавить, что немцы были вынуждены снять это сочинение из программы. Даже поляки, которые гораздо более независимые и гордые, и то вынуждены были один раз снять с программы «Московской осени» мою симфоническую, значит, пьесу «Живопись», которую должен был играть симфонический оркестр из Брюсселя. А о поездках-то фактически, значит, первый раз меня выпустили за границу, это был 76-й год. А до этого меня не пускали даже в соцстраны на премьеры моих сочинений. Один случай вообще был курьезный. У меня одновременно пришли приглашения на 2 исполнения. Одно в Швейцарии, другое в Италии. Но союз композиторов отказал, значит, послал телеграмму и в Швейцарию, и в Италию. В Италии он сообщил, что я не могу приехать на исполнение, потому что я поехал в Швейцарию. В Швейцарии они сообщили, что я не могу поехать, потому что я уехал в Италию. Комедия «Де Зальп» господину Бернарду Флористу, директору театра. Уважаемые господа, получили ваше письмо, в
котором вы предлагаете Эдисону Денисову написать музыку к пьесе Булгакова «Иван Васильевич». Как сообщил нам композитор, он вначале был склонен принять ваше предложение, но сейчас он получил неожиданно весьма срочный заказ, выполнение которого займет на ближайший период все его свободное от работы в консерватории время. Эдисон Васильевич, ректорат Московской государственной консерватории сообщает, что в связи с отсутствием нагрузки на кафедре инструментовки в будущем 67-68 учебном году вы освобождаетесь с 1 сентября 1967 года от педагогической работы в консерватории. Выписка из протокола номер 3 заседания секретариата Союза композиторов СССР. Секретариат считает, что опубликование композитором Денисовым в итальянской буржуазной прессе статьи, заключающей в себе принципиально неверные высказывания о путях развития советской музыки, является нарушением этических и гражданских норм поведения, обязательных для каждого члена Союза. Секретариат Союза композиторов СССР напоминает, что любые музыкальные произведения и музыковедческие работы могут направляться членами Союза за рубеж только с ведома и одобрения секретариата правления Союза композиторов СССР. Предупредить, что в дальнейшем к лицам, нарушившим настоящее постановление, будут применяться строгие дисциплинарные меры, вплоть до исключения из Союза композиторов СССР. Наташа, вы очень серьезно, Шедрин же это такой же, как Хренников. Это он еще хуже, чем Хренников. Он больше слаб для музыки. Свиридов, Хренников, Шедрин — это три гангстера, которые, собственно, все убивали наше искусство лучшее. Они свою игру в свое время втянули и Шостаковича, но Шостакович, он был только для декорации, так. Они его в партию втянули, все там. Но те композиторы, которые не хотели участвовать в этой игре, как Ростовец, например, их вообще стерли в порошок еще раньше. Я считаю, что Ростовец как композитор гораздо более яркий и талантливый, чем Прокофьев. Эти люди, которые были вычеркнуты из нашего искусства. И эта тенденция продолжается сейчас. Если возьмете историю советской музыки, то там имя Ростовца упоминается, по-моему, единственный раз как автора марша милиции. И то это ругается как буржуазная трактовка темы милиции. А это страшные люди. И Щедрин, и Свиридов — страшные люди. И композиторы очень слабые. Свиридов вообще дилетант, который сам партитуры писать не может. Есть люди, о которых нельзя говорить всерьез, скажем, о том же Илье Глазунове, я не могу говорить всерьез, для меня это не художник. Для меня это такая подозрительная политическая фигура, и не больше. Вот. Он мне рассказывал, например, Эрик Неизвестный, когда я был у Бори Бергера, он пришел к нему совершенно весь кипящий, говорит, что такое, Эрик, я был сейчас у этого подонка Глазунова, смотри, что шумит. И задает мне провокационные вопросы, говорит, антисоветские, это в те еще времена было, и магнитофон. Говорит, я взял этот магнитофон, он же сильно неизвестный. Говорит, как трахнул его об стенку, так как магнитофон, говорит, ничего не осталось, даже внутренности все разлетелись у него. И его, говорит, тоже, так сказать, трахнул, так сказать. Да, условия были очень сложными. Но, тем не менее, теперь, оглядываясь на прошедшие годы, я могу сказать, что это были самые счастливые годы нашей жизни, тогда, когда нам было трудно. Какая-то полоса признания началась еще при наших отношениях, достаточно все-таки близких. Но мне начало казаться, что ему хочется подарить свой успех и возможность разделить свой успех с кем-то другим. И, конечно, это было видеть нелегко. В жизни было две вещи, ради которых он жил, это его дети и его музыка. Он был очень одиноким до меня. Очень нетрудно быть одному. Когда я развелся с Галей, то, естественно, мне как-то хотелось встретить человека, которого я люблю, который меня полюбит, с которым мы можем быть вместе. В общем, я рад, что я встретил такого человека. Ты у меня сейчас хорошая семья.
Я считаю, что расставшись с ним, я больше приобрела, чем потеряла. Я не одна, я очень счастлива сейчас. Вот и все. Пойму. Раздается очень странная музыка в ее груди. Я надеюсь, что это. Но я не должен зря болтать. Я дам вам рецепт, и вы должны все строго выполнить. Это лекарство, может быть, принесет ей облегчение. Я так признателен, доктор. А если не станет ей лучше, позвоните мне. Мы должны еще подумать о хирургическом вмешательстве, как вероятном. И потом, это сферическая комната. Мне есть что-то неприятное.
Вы, наверное, оставили пластинки Элинора. Попробуйте поставить слэп Эппи. Может быть, комната примет свой прежний вид. Идея написать оперу «Пена дней» по роману Бориса Виана у меня появилась в конце 60-х годов, когда я прочел впервые его роман «Пена дней». Либретто я делал сам. Я вообще считаю, что композитор должен сам делать либретто всех своих опер, вот так, как делал это Вагнер или как делал Мусоргский, потому что слово, оно настолько тесно связано с музыкой в опере, что очень трудно писать, по-моему, оперу на либретто, созданное другим человеком. Я написал эту оперу целиком на французском языке. Поскольку у меня не было никакого заказа, мне не нужно было торопиться. Я писал ее медленно. В общем, в целом работа над оперой заняла около 12 лет. Партитуру я писал 4,5 года. И я, честно говоря, не имел никакой надежды, что эта опера будет поставлена где-то. И придворный театр, большой театр, конечно, никогда бы не заинтересовался этим сочинением. Но произошло чудо, которое до сих пор не могу понять. Премьера оперы состоялась 15 марта 1986 года в Париже. Я должен просто рассказать, хоть, может быть, это и не очень скромно, что группа действительно была влюблена в музыку. Певцы, они за мной буквально ходили хвостом, делали мне подарки. Я приходил в отель, там все время лежали какие-то подарки. То пластинки, то книги, то записки от певцов. И, в общем, в такой атмосфере они работали с большой любовью. После этого, это тоже было для меня, может быть, второй какой-то сюрприз, такой неожиданный, заинтересовалась Пермская опера, Пермский оперный театр. И я сделал русский вариант. Я обычно для своих вокальных сочинений выбираю те тексты, которые я мог бы написать сам, если бы я был поэтом. Кстати, многие тексты, они имеют личный характер, в частности, вот все мои вокальные циклы, особенно два эти цикла «Твой облик милый» на стихи Пушкина и «На снежном костре» на стихи Блока. Это, в общем, где-то такие сочинения, как говорят, про меня самого. Немножко вот. Но я очень много меняю в текстах, даже таких замечательных поэтов, как Пушкин или Блок. Если слово мне не подходит, по той или иной причине я его меняю. И кроме того, некоторые слова Пастернака мне просто не нравились. Я их заменял на другие. Я считаю, что это к лучшему. И даже для стихотворения, как это, может быть, не звучит кощунственно, но это лучше для стихотворения. Блок для меня один из самых глубоко музыкальных поэтов. Тем не менее, я переделал Блока довольно сильно. Скажем, вот у Пушкина «Твой образ милый». Мне пришлось заменить «Твой облик, милый», потому что БРЗ в одном слове абсолютно не соответствовали той музыке, которая там была. Ну вот, например, в романсе «Твоя улыбка» я поменял слово «нежное» на слово «полное». Когда в объятия твои, твой стройный стан, я заключаю и речи у Пушкина, и речи нежные любви, а у меня и речи полные любви. Просто мне так было лучше.
Это трудно объяснить иногда, такие вещи. Я вот чувствую, что им должно быть так и никак иначе. Я ничего сделать не могу с этим. Ты не помнишь дальше, как я пела? Какой там припев? Сарафанчик мой любимый я надела вечером. Смотри, ты можешь мне помогать. Сарафанчик, растеганчик, сарафанчик. У меня были много поездок в Италию и в другие страны, в Англию. В последние годы меня часто почему-то приглашают в жюри конкурсов различных. И вот сейчас летом я был опять в Италии в двух конкурсах. Сейчас очень хороший конкурс, я там второй раз уже был в жюри. Это конкурс хоровой музыки Гвидо Доретца. И сейчас у меня вот летом предстоит работа в двух конкурсах. Это конкурс духовной музыки во Фрибурге, в Швейцарии. И конкурс на сочинение для квартета в Мессине, в Сицилии. Это в октябре будет. В последнее время мы много путешествовали всей семьей. Это была большая поездка в Париж на 8 месяцев и поездка на 2 месяца в Швейцарию. Кроме Парижа, мы еще выезжали из Франции в Бельгию и в Германию, тоже с детьми. Вот мы были в Бельгии. Дисон Васильевич был приглашен на аудиенцию к бельгийской королеве. При въезде в королевский дворец Дисон Васильевичу отдали честь. И он меня толкнул в бок и сказал: «Ты теперь поняла, за кого замуж вышла? Меня приветствуют как Горбачева». Мам, у нас ботинки грязные. Не совершенно надо соблюдать. Мам, у нас штаны грязные. Да, чего ты, Рыжика, чего ты не хочешь? Ну, давай, снимай, можешь? Поскольку я сама очень много занимаюсь хозяйством, то есть все хозяйство дома лежит на мне, то мне было интересно, как управляются французские женщины. Я для себя сделала вывод, что люди, скажем, нашего круга, они, конечно, гораздо меньше занимаются хозяйством. У меня нет гувернантки и нет домработницы. Каждый вечер я доползаю буквально до кровати. При том, что, конечно, Дисон Васильевич мне очень помогает. Когда мы уезжали из Парижа, получилось так, что у нас было много вещей, которые пришлось взять в самолет. Подгузники для Маши, горшок для Ани, питание для детей в самолет. И те вещи, которые мы не могли сдать, скажем, партитуры Дисон Васильевича, рукописи. Так получилось, что мы обросли этими вещами, и, конечно, с двумя детьми было очень тяжело двигаться до самолета. Все французы прекрасно видели, как нам тяжело тащиться по аэропорту с двумя детьми.
Но никто, ни один не обратил внимания. Никто не сказал хотя бы из вежливости: разрешите вам помочь. Но когда мы выходили из самолета, в котором было большинство русских, весь самолет снес наши вещи. Нам все говорили: давайте мы понесем это, давайте ребенка, давайте коляску, давайте что-нибудь, мы вам поможем. И тут я поняла, что я приехала в родную Россию. Но я от большинства сейчас поездок отказываюсь. Сейчас все смотрят на Запад, и все. Я понимаю, что жизнь в нашей стране сейчас очень нелегкая. Но это еще, по-моему, не повод для того, чтобы устраивать такое вот массовое бегство, которое есть сейчас. Я считаю как-то, что вот сейчас именно нам надо всем быть вместе и быть здесь. Знаете, кто такой Эдисон Денисов? Даже не знаю. Ой, даже не знаю. Не, не в курсе. Нет, не знаю. Впервые слышу даже. Найн. Не знаете? Нет. То есть совсем не слышали? А нет, вообще-то слышал. Это, по-моему, изобретатель. Но у этого, электричество, что ли, или